Сыктывкарский суд оштрафовал белорусского застройщика «Белстрой-центр Калуга», который не достроил школу в микрорайоне «Орбита» на 115 миллионов рублей. Фирма с опытом больших строек заступила на подряд в ноябре 2017 года, однако летом 2018 известила, что средств ей недостаточно. В результате, как говорится в решении Фемиды, Республика Коми была вынуждена нести дополнительные расходы по содержанию и охране незавершенного объекта. Судом отмечены негативные социальные эффект данного административного правонарушения. Сейчас здание школы на 1200 мест доделывает третья по счету подрядная организация «Универсалстрой» из Кирова. К работам компания приступила в апреле. Завершить эпопею здесь планируют к сентябрю этого года.